Это библиотека. Алтайско-Барнаульская семинария. Видите, я сегодня здесь был утром, рано интересно встретился с владыкой при входе. И он благословил, меня везде благословляют. К нам приезжают в деревню. Видите, вот я хотел показать, какая богатая библиотека. Я очень люблю книги. Ну, тут все не покажешь. Здесь глаза разбегаются. Видите, вот. Это же все... Энциклопедия Исаула. Ну, еще только так сверху показать. А кто же их считает, книги эти? Да там интересно. Кирилл и Мефодий. Вот они, любимцы наши. Пришли в Русь. Открыли. Ну, только я покажу, вот как видите, коридорами. Это вот считайте, сколько. Ну, высота... Ну, метра здесь 2,5 будет книги. И на каждом стеллаже это 3. Получается 2-3. Вот они по 3, видать. Видите как? Это все благословение Господне. Это целое же поколение шли. Это что у нас получается? Первый стеллаж, второй. Вот это третий стеллаж. О, глаза разбегаются. Господи, сохрани это все на многие лета. 4, 1, 2, 3, 4. И это в 3. И поверху этажи. Все сделано как... Не то, что у меня на досках. Как я рад, что я сегодня здесь. Это все владыка благословляет. 1, 2, 3, 4, 5. Я ошибся, наверное. Сколько стеллажей. Тут и словари всякие. Может быть, даже... Ух, тут все есть. О, ага. Это что за книга такая, гляну я. Ну-ка. Живой сувенир Алексей Высоцкий. Это Алексей, может, сын все пишет про него. Люди должны все это знать. Еще и по стенкам он где. Вообще диво, Господи. Ну, я благодарю Господа, что так их... По буквам, как все разнесено. У меня душа разбежалась здесь. Настолько все красиво. Ну, конечно. Господи, слава тебе. Это библиотекарь я попросил посмотреть.